До конкурса осталось 20 минут. На сцене идут последние приготовления. Хореограф Зауре Ажибекова настраивает девочек на позитив. На сцене самое главное – это улыбка. У коллектива сегодня ответственный день. Ребята выиграли путевку на участие в международном конкурсе танца, который пройдет в июне на Северном Кипре. Но сначала коллектив решил показать новые и уже известные номера своим землякам. Мы каждый год делаем концерт, каждый год мы радуем своих зрителей, потому что у нашего ансамбля есть поклонники, есть свой зритель, который знает практически все танцы, и перед концертом они даже нам звонят и просят, и спрашивают, будет тот или иной танец. А это уже мужская половинка коллектива. Профессионально, на ходу, накладывается грим. Кто-то повторяет движение. Через несколько минут на сцену. Уже почти ко всему привыкли. Нам постоянно везде. Надо быстро работать, быстро переодеваться. Казына радует поклонников народного танца своим творчеством уже не один год. Перед международным конкурсом настроение у ребят боевое. Танцоры уверяют, что готовы побороться за звание лучших в самыми именитыми коллективами. Шудин Саидов, Николай Иванов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Утрар».